Военные летчики провели для юных кадет Симферополя урок мужества. С ребятами пообщались воины-интернационалисты, среди них герои России. Мероприятие, посвященное авиации, организовали в преддверии Дня защитника Отечества. Для ребят урок и беседа с бойцами – возможность как можно скорее определиться со своей будущей профессией. Поскольку у нас 15 числа был день воина-интернационалиста, а 23 числа – день Героя Отечества, и были приглашены два героя России. Они пообщаются с детьми, с кадетами 41-й космической гимназии, расскажут им о возможностях пилотирования. Значит, будут показаны фрагменты фильмов, фрагменты пилотирования и расскажут о том, за что они любят небо и как это небо нужно защищать. В 2020 году власти Крыма выделили субсидию на развитие структуры ДОСААФ по разным направлениям, в том числе и на авиацию. Так, региональное отделение получило возможность приобрести специальный современный тренажер, который позволяет со 100% реалистичностью погрузиться в процесс пилотирования. Презентация тренажера прошла более чем успешно. Почувствовать себя настоящими летчиками захотели сразу все ребята. Мне понравились видеофильмы, которые нам показывали про пилотирование. Мне понравилось опробовать это на себе на тренажере. Это не так уж и легко, как мне казалось. Урок интересный был. Да, интересный. А что именно понравилось? Что вам рассказали интересно? Нам очень понравились сами видео. И было очень интересно смотреть, как тренируются летчики. Изучить петли, виражи, спирали. Вы бы хотели в будущем связать свою жизнь? Ну, надо подумать. Да, ну интересно, но как-то, мне кажется, безопаснее на земле, чем в воздухе. Да. Ну, в детстве задумывались, сейчас как-то не очень. В региональном отделении ДОСААФ с детьми и взрослыми занимаются настоящие профессионалы. За свою жизнь летчики пилотировали самые разные виды летательных аппаратов и теперь передают свой опыт другим. Главная задача урока мужества, посвященного авиации – дать будущим летчикам дорогу в небо. То, что говорил детям, надо заниматься с детства. Если ты знаешь, что ты собираешься поступать в технический вуз, и там нужны технические дисциплины, то, соответственно, будешь делать упор на физику, математику, если нужна физическая подготовка, на физическую подготовку. То есть к всему заранее надо готовиться. Есть такая шутка в авиации: не оставляй женитьбу на конец жизни, а торможение на конец полосы. Да, поэтому как бы надо начать с измальства этим заниматься, прививать любовь к различным видам профессий. В ДОСААФе уже организовали клуб «Звездочка», где детям прививают разнообразные навыки. Здесь проходят занятия по моделированию судов, транспортных средств и летательных аппаратов. Кроме этого, молодые ребята могут научиться управлять беспилотниками и технологиями искусственного интеллекта. Татьяна Ополева, Артур Добряков, служба новостей ИТВ.